Всех приветствую, ребят. Сегодня опять с Владом. Опять на соревнованиях. Будем участвовать. Так, у меня номерок уже 73-й. У Влада 54-й. Так что он начнет. Он зайдет на лед первее, чем я. В общем, сегодня те же правила. Единственное, что ловить можно будет только на одну активную снасть. Что, безусловно, это по-спортивному, можно так сказать. Все на том же клубе, парус север, соревнования. Сегодня будет закрытие льда. Ну, у нас и у 80 человек, которые пришли на соревнования. В общем, как-то так. Погнали. Всем доброе утро, дорогие друзья. Рады приветствовать на нашей рыболовной спортивной базе «Парус Север». Спасибо, что собрались полным составом. Надеемся, что в дальнейшем будем собираться также и по открытой воде. Ну что ж, друзья. В принципе, регистрация прошла, достаточно успешно. Вот. Есть ли какие вопросы у кого по регламенту? Именно по ловле на актив. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что на этих соревнованиях запрещены насадки растительного животного происхождения. Такие как трупики, различные пасты, всякие вот это вот. А икра? Икра запрещена тоже. Две резинки. Допускается только насадка из крючка. Две же головки на крючке. Хоть 8. Ну, разнесенные. Нет, разнесенные оснастки не допускается. А также не допускается ловля на балансиры. Один крючок. Один крючок, да. На актив один крючок. Один актив, один если крючок. Если на раздвинах два тройника, то два тройника. Так как заводом изготовителя предусмотрено, так и не работает. Да, сейчас начнется. Ну что ж, дорогие друзья, пока наши коллеги подготовят водоем к зарублению. Так, после того, как пройдет турнир, сразу предупреждаем, ловля с мостка запрещена. Ловля только по льду. Зимняя ловля – это ловля рыбы по льду. Друзья, еще надо нам определиться, как будем производить сигнал старт. То есть забуриваемся и ждем сигнал старт. Или забуриваемся, потому что лунки некоторые тактически открыты, но если рядом кому-то надо пробурить, я думаю, надо дать. Ну хорошо, тогда после выхода на лед, согласно жеребьевке, будет произведена команда забуриться, а после уже дана команда старт. То есть все такие места, они загорожены лентой, за ленту не заходить. Ну, в принципе, нам требуется несколько добровольцев, которые смогут произвести зарубление. Помочь, да. И момент, зарегистрировалось одно, сейчас подтвердилось 73 участника, это 438 килограмм. Как будет? 60 килограмм от рыбы. Давайте еще можно. И сразу. Потому что активная надо обеда, то есть как раз турнир откроем. Одно зарыбление, два зарыбления. Одно. Два. Три. Два. Два. Было заявлено два, значит два так и проводим. Значит, тогда проводим три. 300. Ну и там будет больше. Все. Всем желающих просим помочь. А сколько заходим на лед? По команде. По два человека. Первый, второй. Давайте сказать по два человека. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Где обычно зарыбление будет проходить по всему водоему 4 мая. Еще вопросы? Если крючки обрезаны, вот эти два, спереди сзади, то есть тройничок допускается. Да. Всех прошу помочь в зарыблении.
Ну, нам стало ближнее. А первую дальнюю закинули, да? Майя, нихуя вот эту боковую рыбу. А боковая или вот эта? А, боковая. Боковую не рыбу. Во сколько рыбин? В это четвертое? Это 2,4. Минимальный процент. 22,4. Да, мы возьмем. Очередь. Точка. Пожалуйста. Спасибо. Свою точку рыбить пошел. Я сейчас там в пакет еще опущу вниз. Народ немного сегодня приехал. 73. Тебе что, самый последний, что ли? А я думал, о, предпоследний, наверное, зайду. Слушай, я в прошлое соревнование зашел предпоследний 89. Ну ничего. Не, по большому счету, какая разница? Все, ловить. Ну да. Вот это, кстати, очень интересно. Да. Слушай, с одной стороны интересно, а с другой в прошлое соревнование актив вообще работал. Да. Она пасту вот так брала. Да, да, да. Что ты на месте стоишь?
удара был. Ну, не знаю, как она там прошла. Либо она убежала, либо она просто задела. Так мы вообще, блядь, богаты вытащили. Блин, а мне крючок обломало. Представляешь, на блесне? Есть что-то? А? Если что-то есть. Если бы она была здесь, тебе бы уже давно облепили бы. Так себе, три штуки. Нет, три, хорошо. У тебя что? Одна. Знаешь, какая? Видел этого белого самца? Ну-ну. Он и ебанул. Видишь, он тебя запомнил. Все с глубины или под берегами? С глубины. Одна под берегом. На что? На блесну. Яркие? Да. Морковка одна. Другая вот эта Печенкина. Ни на ратлин, ни на блёс, ни одного удара. Смотрите, не поймал. Ну, у меня на ратлин еще сходу три было, наверное. Поперся в этот угол, куда все идут. А зря. Ну, в прошлый раз там отстрелило. Да? За полчаса пять штук оттуда дернул. Он раз на раз не приходит. А вода еще мутная. Угу. Рукой схватить поленился. А? Я говорю, рукой схватить поленился. Ну так, да, что-то. Надолго стоял, смотрела. Здесь вот старые лунки провалились, я тоже по снегом подтаиваю. А? Ты видел вот тут, который сошел? Да. Блядь, я его поднимаю, не пойму, я чувствую, что там, блядь, блядь, нормально. А вот здесь вообще, блядь, вот здесь как будто зацеп был. Ты слышал, как развенела леска? Как будто зацеп был, реально. Прям вот. И все, и что, пойдем в эту машину чай попьем? Рыба здесь. Угу. А? Зачем? Что перекидывать? А, что, надо этот? Помочь им, наверное, там? Пойдем одну бочку закинем. Это же водоем не природный, да? Метеоритный. Метеоритный? Да. Это кратер? Метеоритный?
Я так и понял. Не, просто обгорожены хорошо, приложены руками. А не, а воду со скважины качать? Да, да, вода со скважины, летом. 19,4. Зимой, летом у нас балочка. Форель круги идет в приют. Уважаемые участники, подойдите на зарыбление, просьба помочь. Я обрызгал. Стой, стой, стой. А? Ну все, ребята, вот закончился первый тур. В общем, у нас с Владом по 3 поимки. Были еще контакты, сходы, подбивы, но безрезультатно. В общем, сейчас ждем второго тура. Ну и посмотрим, что удастся нам еще поймать. Я смотрю, мы не особо много-то и пропустили. Да. Подбивоны были? У меня что-то даже подбивок не было. Ушники какие-то. Ну, вот женщина тут неплохо на раскрыл. Да. На трипл хит? Да. Буду. Надо, блядь, попробовать успеть. Да, я тоже. Я уже будильник себе поставил. Все. На без двух. 9, все, чтобы быть готовым. А там только можно волки, иньяри и норис, да? Угу. На приманке. А? В смысле? А что ты хочешь? Ну что, больше у вас не будет? Вы что, поругаетесь? Пока не поздравляю. Ну ты что, все? А? А что мы тут будем? А, это твой. Ну смысле, не надо говорить. 6 штук вообще-то. 6 штук. 40. Нет, 3 штук. Бэджики, да? Да, да. 73. 3200. 3 штуки. 54. 2900. 3 штуки. Так, доставайте. Доставайте.
останешься. Спасибо. Пожалуйста. На здоровье. Десятку попали? А? Десятку попали? Конечно, бля. В тройку. В тройку. А ты че? Отсосал. Все собрались. Спонсор. Минуточка внимания! Дорогие друзья, благодарим вас за честную, достойную игру на нашем, так скажем, огненном льду. Ну что ж, настало время подвести итоги соревнований. Ну, начнем мы с приза за первую поимку. Приз за первую поимку получает Меус Константин Владимирович! Это подарок! Одних из ваших спонсоров рыболовного магазина БК Фишинг. Вот и хватит ему все. Домой едет. Ты платил? В кармане приехал. Да, походу. Первую. И удочку. Первую, и потом остальные двоих. На 10-й метр. Магазное тепло получает Яськов Евгений. Один. 7,5 килограмм мог составить. Поймал? 3. Так 3 поймал? Так, бля, да, так осталось. За 9-е место наградной диплом. Вот минус тут был, спонсора получает Тимошенко Филипп Эдуардович. Булов составил 7,5 килограмм, также 7 рыб. Приз за 7-е место. Словом, 8 килограммов получает Демин Дмитрий Андреевич. Восьмое. Он с вами в углу ловил. Бей его, блин. Давай дядю сюда. Приз за 7-е место с уловом 8,3 килограмма получает Наумов Александр Владимирович. Ну это же беда. Все молились. Наградной диплом с уловом 8,4 килограмма Гусев Дмитрий. Шестое место. Себра 100 грамм. Сыромятников Алексей. Ноздря в ноздрю. Что ты делаешь? Приз за 4-е место. Словом, 8,6 килограмм получает питоник Илья Анатольевич. Илья Анатольевич. Уехал. Обидел. Питоник! Там на пасту клюет. Донин! Донин, ждешь же, что мы с нами иметь, а? Тут термос бесплатный! Дисквалификация за ловлю. На пасту. Ну? Нет. Я что-то это... Памятник. Да. Это Корчагин Виталий Валентинович. 286. Получается. А он и в тот раз был. Да. И в одинаковой позе. Да. Постоянно ловит в одинаковой позе в одном и том же месте. Приз за второе место получает генералов Альберт, чей улов составил 11 килограммов 100 граммов. 9 рыб. На сумме не говорил. Да. Он третье место занимал бы, что за прошлый турнир. Да он
Ну, пластик у него результат нормальный. Ну, да, на верхнем постоянно ловит. Да, да, да. Подарки от спонсоров. И телефон. Ну что ж, друзья, настало время наградить призера за первое место. И это у нас Меус Константин Владимирович! Сколько рыб? 15. Они бегали просто. И вот это замечательно, что мы А в прошлый раз он даже десятки не нашел. Да? Ну, не всегда. Ну все, закончились соревнования, в общем. По итогу мы никакое из призовых мест не заняли. Половили сегодня классно. Очень интересные соревнования именно в плане того, что ловить только на искусственные приманки. То есть нельзя было использовать икру, ни пасту, ни малька, ничего. Только актив, только блесна и ратлины. Ну и резину тоже можно. В общем, первое место занял там Константин. Он поймал 15 штук. 15 рыб там на что-то 15 килограмм, по-моему. Что-то около того. В общем, как-то так. Всем огромной удачи и пока.